Меня зовут Леша, на игровой никнейм Слоник. Представляю организацию Рухи Спортс, роль в команде сокапитан. Меня зовут Георгий, мой ник в игре Кипа Босс. Я представляю организацию Рухи Спортс, моя роль в команде Фрагер. Есть ли что-то, что хотели бы добавить или убрать из гейминга? И что бы это было? Ну, я бы убрал рандомные спавны транспорта на всех картах, так как не всегда есть разлет к твоему споту. И когда ты летишь на дорогу, там не должен быть спаун, а его там нет, то, считай, игра проиграна. То есть, соответственно, я бы добавил эти гарантированные некоторые спавны, чтобы ты туда летел и знал точно, что там будет машина. Какой из регионов, на ваш взгляд, обладает наибольшим потенциалом, чтобы доминировать в этом турнире? Безусловно, это монголы, потому что они показали такой результат, составит им огромную конкуренцию. Какую из команд вы определенно не хотите видеть в последней зоне турнира? Ну, я считаю, это должны быть фальконы, так как они давно играют вместе, очень давно показывают очень сильный результат на глобальных турнирах. Ну и лично я много слежу за ними на Ютубе, за их видеороликами. И поэтому думаю, что они очень сильны в индивидуальном плане. Какое влияние и какой вклад вы оказываете в сообщество PUBG Mobile гейминга? И какую роль играют фанаты в вашей карьере? Ну, я считаю, что мы вносим большой вклад в комьюнити PUBG, так как мы показываем, что даже обычные игроки, которые начинали играть просто обычный паблик, потом обычные турниры, могут пробиться на лан-турнир. Я считаю, что фанаты вносят большую роль как в меня индивидуально, так и в нашу команду. Благодаря их поддержке, даже если ее мало, но лучше, конечно, чтобы было постоянно много, мы показываем хорошие результаты благодаря этому. Всем огромное спасибо тем, кто поддерживал меня, писал мне, что у меня все получится. Я вам очень сильно благодарен. Спасибо всем родным и близким, моим фанатам и моей огромной команде за то, что они поддерживают меня по сей день.